Всем привет! Мы продолжаем проходить одиночные миссии. Так, у нас на очереди миссия засада. What's the situation, sir? Any activity in the village? Well, Corporal, the enemy is starting to move around, but nothing looks too threatening. They don't look too entrenched. I can see some infantry, 10, maybe 20. And there's one BMP. They'll never know what hit them. Okay, let's get back to the platoon. The attack is going to start in a few minutes. We have to pick up some men at the camp at Lolisay. Move out! Итак, миссия засада. В этот раз мы уже не командуем отрядом, мы в качестве рядового бойца. Тут все тоже обучательный характер у этой миссии. Ничего особенного тут нету. Wait here, Corporal. I need to check in with that patrol. We'll be right back. Not a problem. Что-то текстуры какие-то замыленные стали. Morning, man. Any activity last night? All quiet, sir. No movement all night long. Good. Stay alert. Things are about to get hot. Keep your eyes open. Yes, sir. Get in. Так, собираемся. В этот джип. Мне эта миссия запомнилась тем, что она была единственной с компанией Мердорец. Я ее только ее проходил. Ту вторую миссию не мог пройти с языком, поэтому только эту я даже долгое время не мог пройти. А тут прикол в том, что, в общем-то, наши сослуживцы, они сами обо всем позаботятся, нам надо будет только смотреть. Потому что мы стрелять не умеем, нифига. Даже не надо пытаться стрелять, иначе на нас обратят внимание, будут только нас бить. Этих чувачков я любил отвозить куда-нибудь вдаль. All right. Wait for the others to get in. Great. Everyone's here. Что-то не так с музыкой в этой миссии.
то заканчивается, то начинается вдруг. Либо это криво разработчики так сделали, либо это у меня опять что-то с замыленными текстурами. Аккуратненько останавливаемся так. Bravo team reporting, ready to attack, sir. All right, sergeant. Get to your position and wait for further orders. Yes, sir. Мне жаль этих ребят, их убьют. А мы поедем сейчас. Сейчас будет мастер вождения по лесу. Блин. Так, ну это такой слабенький лес, в принципе. Хвойный пожестче был бы. На выход. Ну и все, нас уже запрягает. Грузовик садится. Ух ты, это же этот. Русский. Это же Лукин вроде бы. Что он тут делает? А, ну да, точно. Как же мог забыть эту историю. Вот мы, красавцы, едем с поднятой головой. I haven't heard any shots yet, so the main wave can't have started. The attack has got to start soon. They're saying our wave will be the easiest, but I don't believe them. They always say that. Это даже я говорю. У этого нормальные рожи. А у этого что с рожей? Понятно. Естественно, проехались на грузовике 500 метров. Я подозреваю, что там уже стоят двое русских. Все, полегли они, как миленькие. Возьмем ПК. Мне нравится ПК, тут самая прикольная штучка. Смотрите, как нужно стрелять. Наводитесь этот, короче, кружочек маленький на человека и начинаете
щелкать по мышке. Тогда пули попадают точно. Я сейчас буду как Рэмбо всех мочить. Их там всего лишь человек 10. Я никого не вижу. Блин. Точно? Разбегается, разбегается, бей их. Они все убегают, они уже обосрались. Сейчас буду им по пяткам стрелять. Рука уже устала. Не, ну раньше-то, конечно, все круче было. Чтоб наверняка. Думаю, он умер. Еще чучок. Ну да. Ха. Я тебя видел, парень. Ты хотел сбежать. Бинокль бы. Знаете, как неудобно это все разглядывать. Да все, я в одиночку разобрался. Учитесь. Так, берем набор джентльмена. Где они их находят? Это на горе, что ли? О. Ну разбирайтесь, разбирайтесь. Тут самое сложное это подождать. Они очень тупо думают. Блин, кто-то меня выстрелил. Надо подлечиться. Давай, гранатками. Гранатками, давай. Братишка, братишка, не убегай. Ну куда он попёр, а? Куда он попёр, вот? Блин, а?
soldier. Three, engaging. Six, negative. Two, engage. Кинулся. I got him. Soldier, machine gunner. 1 o'clock, machine gunner, 100. Eight, engaging. Все просто замечательно. Куда ты пошел, ёк-макарёк? Боже, ну и беда, а? Записывал, значит, записывал. Потом хрясь этот, блин, Касперский свой говно мне начал предлагать, и игра прекратила свое существование. И все. Старание коту под хвост. Ладно, сейчас повторю подвиг. По головке. Зашевелились парни. Меня сразу же начали бить. Ну ё-моё, ну я так и знал, что вот первый раз так не повторится больше. Боже, да. Сраный, блин, Касперский. Никак без своей рекламы тупой нельзя обойтись. Все они тут игру запороли. Сложная ситуация, я тут должен всех размотать. Сука. Ах, они тут кошки-мышки играют со мной. Ай, блин, блин, блинский. Чёрт, а. Господи. Блин, а. Это просто капец, пипец. Ладно, сейчас будем немножко другую тактику делать. Сейчас побыстренько. Так, дышимся. All, move to bush, 10 o'clock. Contact. Two, target soldier. 2 o'clock, soldier, 200. Так, все. Сваливаем. 3 o'clock, enemy, BMP, 200. Быстрее бы они уже пришли. Three o'clock, unknown, man, 200. Eight, engage, APC. Пожалуйста, побыстрее. Eight, engaging. Two, target, UAV.
Enemy UAV 200. За кустик прячемся. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Эх, не дадут нам сегодня спокойно. Так, возможно, появятся какие-то шумы, но... Простите. Это вынужденная мера. Ё-моё, ну, господи, то всё, то, блин, а ещё опять этот Касперский. И чё там? Раньше такой... Фигни не было раньше такой. Нет, ну просто заколебали, а. Он присел. Ну? Ты ч... Мне же есть ручная граната, давай. Есть, он сдох. Вот у нас, кстати, УАЗик есть. Можем с него что-нибудь взять. Интересно. Гранатомет не могу найти только. Где же он? Это ты? Может, это ты? Да господи, где же? Не могу найти, блин. А, ну вот как раз какого-то гранатометчика нашли. Интересно, где? Сдохни, русская скотина. Нарком... накормим свинцовыми пирогами. Уж рука сильно затекает. Правую кнопку держать. Я их не щадю. Got it.
Сложная комбинация, нужно сохраниться. О, да я даже попал. Крутяк. Естественно, мы сломя голову бежим. Потому что мы сохранились, нам все дозволено. Сейчас я их приму. На расстрел вставать. А я... Нет, нет, нет! Кто? Ну, по звуку я догадался, что где-то со спины. Где-то через стенку. Ой. Вы меня радуете. Эй, не перезаряйся, ну хватит уже. Что ж, теперь мы знаем, кто нас убил, мы его убьем впервые. Я чё-то не слышу, чтоб его убивали. Быстренько их расстреляли. Не хочется возиться с этой миссией, вот надо побыстрее убивать тут всех. Ни одного гранатометчика, главное, нет. Терпи ракетомет. Гранатомет. Может, у вас парни есть? Не издевается. Ладно, бинокль тоже сойдет. Пригодится в хозяйстве. Танки едут. Я слышу. Я вижу. Товарищ капитан. Сейчас пробую убить. Ладно. Слушаешь, командир.
Бежим нафиг. Нам конец. Ну ё-моё, давай побыстрее. Я уверен, что это никому не интересная часть миссии. А нет, бежим. Ай-яй-яй. Бежим. Нет. Всё. Мы в безопасности. Ну, мы не смогли, что дальше-то? Да сдох он, блин. Гоу-гоу-гоу. Мне кажется, это самая безнадежная ситуация, которая еще тут может быть. Эх, прикинь, сейчас собьют, короче. Спасите нас от этого БМП. Чё, где? А, вот. Да его сейчас собьют нахрен, блин. Все, мы в безопасности, вертолете. Сержант? Где сержант? Вы тупой, сэр? Сэр, вертолет здесь, сэр. Сэр, вы видите вертолет? Остались только мы вдвоем. Два самых живучих солдата. Быстрее, пилот, быстрее! Спасибо, что так показываете нам, где мы только что воевали. А то мы забыли же ведь. Разворачивайся, ё-моё. Ой. Да посадите меня, я лучше могу это сделать, пожалуйста.
Хотя она так потихонечку разворачивается, потихонечку. Километровый такой круг сделали. Обязательно, да. Куда? Куда? Ой, господи, блин. Я отказываюсь жить в таком мире. Томми, я иду к тебе. Будем считать, что мы прошли эту миссию. Ну, вы сами видели, как он затупил, этот пилот дебильный. Ну, ладно, всем пока. Ждите конкурс.